Практика проведения предварительного голосования в нашей стране только начинает приживаться. Пожалуй, сегодня лишь партии «Единая Россия» по силам на должном уровне организовать такую процедуру. Тем более речь идет не о федеральной, а о местной избирательной кампании. Поучаствовать в таких праймерис мог любой избиратель сельского поселения Барвихинское. За соблюдением чистоты всех избирательных процедур следили профессиональные наблюдатели. За 40 минут голосование было порядка 40 граждан, которые пришли, ознакомились с информацией о кандидатах, получили бюллетени. Есть кабинки, соблюдается тайна голосования. Поэтому все необходимое для осуществления праймерис имеется. Каждый житель, который проживает на этой территории, сегодня имеет реальную возможность высказать свое мнение относительно кандидатов, выдвигаемых партией «Единой России». Конечно, это новая такая форма предварительная, да, которая проводится партией. Я думаю, что для самой партии это важное событие, они должны определиться по кандидатам. Но и для людей это показатель того, что их мнение считается. Среди голосовавших одним из первых был глава Одинцовского района Андрей Иванов, проживающий на территории именно этого поселения. С предстоящими выборами он связывает надежду на окончание затянувшегося на Барвихе политического кризиса, ставшего следствием разброда и шатаний в местном совете. Я уверен, что 24 апреля жители сделают достойный выбор, и мы наконец-то создадим единую команду, депутатскую команду, пусть даже разных политических взглядов, но это должна быть единая команда, которая в таком едином порыве будет бороться и решать те проблемы, которые здесь за многие годы накопились. Еще один узнаваемый житель Барвихи, заинтересованный в скорейшем становлении крепкой власти в поселении, директор предприятия «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. Живу здесь уже давно, пару десятков лет. И, в общем-то, и судьба, и как бы то, что здесь происходит, мне все близко. И, так сказать, не могу оставаться равнодушным к тому, как развивается сельское поселение Барвихинское и о том, какие тут планы и перспективы. Опыт предварительного голосования на выборах в местный совет первый не только для нашего района, но и для страны в целом. Именно этим объясняется неподдельный интерес к нему не только со стороны местных жителей. Нужно отдать должное, то, что было так все организовано и продумано, поэтому и, я думаю, и погода способствует, поэтому мы видим, и население подходит. Я думаю, что, в принципе, должно быть все очень хорошо. На обоих избирательных участках, в Барвихе и Жуковке, побывал мэр города Одинцова Александр Гусев. Его имя было самым узнаваемым в списках для предварительного голосования. Каждому из нас это интересно, это впервые по данной схеме он проходит. Как люди приходят, как они отзываются. Тут же подходят, спрашивают, вопросы задают, какие-то интересуются. В общем, самое обычное ощущение, как во время выборов. Как заметил Александр Альбертович, точек соприкосновения с местными жителями много. Главное для власти – слышать, чего хотят люди, и воплощать это в жизнь. Люди подходят, у каждого своя проблема, у каждого своя болячка, которую он хочет решить. Естественно, он спрашивает мнение того лица, который идет на выборы. Его позицию хотят узнать, сравнить со своей позицией, что он думает по этому вопросу. Поэтому идет разговор, идет диалог. Я думаю, что взаимопонимание оно будет. Среди других кандидатов люди, может, и менее узнаваемые, но также мотивированные на решение проблем поселения. На мероприятии, если честно, ажиотаж, которого мы не ожидали. Избирателей много, много неравнодушных людей, видимо, к судьбе сельского поселения Барвихинское и в общем и целом Одинцовского района. Ощущение праздника и очень большое ожидание все-таки от решения поставленных задач. Предварительное голосование на Барвихе было интересно еще и тем, что в предстоящих здесь 24 апреля выборах, по общему мнению, как в зеркале отразятся сразу две сентябрьские избирательные кампании – выборы в депутаты Госдумы и в парламент Московской области. Организаторы праймерис не уставали благодарить местных жителей, поддержавших партийную инициативу «Единой России». Очень хорошо, что можно познакомиться с депутатами лично. Вот, даже поинтересовалась, кто это, что, познакомилась, пришла. Вот. Мне стало интересно, эта программа. Вот, заранее как-то уже, пойдем 24-й, уже будем знать.
То есть как была немножко одна фамилия неизвестная. Вот девушки вот за ресепшеном мне как бы все это объяснили. Это же в наших интересах, мы здесь живем, местные жители. В 18 часов оба избирательных участка закрылись и начался подсчет голосов. И в Барвихе, и в Жуковке первое место ожидаемо досталось Александру Гусеву. По результатам предварительного голосования на ближайшей конференции местного отделения политической партии «Единая Россия» и будет формироваться список кандидатов в депутаты Барвихинского сельского поселения. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».